Закрытие одного из самых значимых культурных мероприятий года прошло, как и полагается, на высшем уровне. Полный зал, громкие овации, теплая и воистину семейная атмосфера. Недаром мероприятие называют фестивалем семейного кино. Всегда интересно, потому что на фестивале совмещается очень много всяких творческих вещей. Ну, некоторые показывают свои, ну, как они поют, некоторые танцуют, некоторые показывают свои, ну, большинство, конечно же, поскольку у нас кинофестиваль, показывали кино. И в любом случае кинофестиваль – это очень веселое событие. В рамках мероприятия были подведены итоги фестиваля и награждены победители в номинациях «Лучший неигровой фильм», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль» и «Лучший полнометражный фильм». И в этом большая роль актеров, которые принимали участие, конечно, нашего сегодняшнего номинанта. Я поздравляю его от всей души. Вы знаете, я буду краток. Спасибо вам от всей души! Ура! Ульяновцы, спасибо вам за теплый прием! Не только ульяновцы, вся Ульяновская область! Спасибо! Все гости и призеры фестиваля остались под большим впечатлением от города, области и самих жителей. За время пребывания в нашем регионе деятели кино побывали в разных его уголках, смогли пообщаться с жителями небольших поселков. От всей души они поблагодарили ульяновцев за теплый прием. На сегодняшний день у нас есть ряд вопросов от законодателей в том числе. В самое ближайшее время мы предполагаем, что эти вопросы будут расшиваться для того, чтобы к нам как можно быстрее зашла сюда первая компания, которая откроет, ну, в общем, собственно говоря, для нас с вами иные горизонты. Ульяновская область вошла в пилотный проект «Кино России». Уже формируется кинокомиссия, отрабатываются регламенты, и совсем скоро станут известны имена кинокомпаний, которые реализуют свои проекты на территории нашей области. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.